Легенда советского кино Людмила Хитяева побывала в Нижнем Новгороде. Она родилась, училась и начинала театральную карьеру в нашем городе. Всесоюзную известность она снискала после участия в фильмах «Тихий Дон», «Евдокия» и «Цыган». Она сыграла почти в полусотни картин. Сейчас ей уже 86, но она продолжает активную творческую деятельность. На творческой встрече побывал Александр Алешин. Людмилу Хитяеву в артистических кругах называют девушкой с характером. И свой характер в Нижнем она уже показала по полной. Отменила все встречи, все расписание и сказала, никаких камер. Посмотрим, давайте встретим народную артистку, нашу землячку. Давай, что? Один вопрос. Когда ехали, мы считаем, что вы наша. Вы не гости здесь, а вы хозяйка здесь. Я ваша. Ну как же вообще? Доехала хорошо. Вот видите, вообще пока еще в форме. Но хромаю. Приехала из Казани, вообще простудилась. Он партнер. Партнер был, да. В нашем театре драмы. Да, в драме. Он был... Герой-любовник. Она героиней. Ну, была. Добрый час она играла Галю. Великолепная партнерша. Это мы друг другу помогали. За 200 километров. Мы приехали с Сергача. Вот я и со мной мои подруги. Мы приехали, как это, на Людмилу Ивановну поглядеть, пообщаться. Все кино смотрим, все подряд. И «Тихий Дон», и «Поднятая целина». Это нашему на этих фильмах выросли. Когда в Нижнем бываете, что вспоминается самое главное? Самое главное, что я встретила свою любовь, который стал моим мужем. От этого брака родился у меня талантливый парень. Павел. Павел, который работает сейчас за границей, очень состоявшийся, образованный, обожаемый мой сын. И, конечно, вообще театр, который я вообще, так сказать, очень люблю. И здесь мои все-таки корни. Вы помните школу, в которой учились? Боже мой. А где? Тут ящик? Я не знаю. Вот, к сожалению, я как раз хотела бы понять, моя где родная, вы. Моя родная. Я вообще должна немножко сосредоточиться. Я поняла. Две секундочки, извините. Конечно. Школа Канавинского района, бывшая гимназия Вишневский, где училась Хитяева Людмила. Сейчас ее нет, потому что сейчас в связи с строительством метро школу сломали. У меня здесь фотографии моей мамы. Они учились в одном классе с Людмилой Ивановной. Народная артистка СФСР Людмила Хитяева. Мы не ожидали, что так прекрасно выглядит. Желаем только здоровья и долгих лет. Была полная, сейчас она стала миниатюрная. Я, знаете, затрудняюсь сказать, сколько лет, но выглядит она, ну, где-то 65, не больше. Никакого режима. Я вообще, так сказать, все время вообще, так сказать, я такой динамичный человек. Я все время вообще в поездках. Ни одной секунды отдыха это называется. Будете хорошо выглядеть. Ну, вы, наверное, ни тортика, ни пирожного, ничего. Вот это я не ем, это точно. Я нюхаю это. Я вообще, так сказать, по тортикам наркоман. Только нюхаю. Вот знаете? Главный секрет. Да. Спасибо большое, и почаще к нам приезжайте. Да, правильно, спасибо. Говорю? Конечно.